К другим темам. С сентября будущего года в гражданских вузах начнут готовить солдат и сержантов запаса. Эта форма обучения станет для студентов альтернативной обязательной службе по призыву, пишет сегодня российская газета. Выбор идти на 12 месяцев в казарму или быть зачисленным в мобилизационный резерв после вуза молодые люди сделают добровольно. Будущих резервистов ждут 450 часов теории на военной кафедре или в воинской части плюс 3 месяца практики в армейских лагерях. Все это время молодым людям зачтут за срочную службу. В итоге каждый из них получит военный билет солдата или сержанта запаса. Сейчас 72 высших учебных заведения страны имеют профильные кафедры и центры. Однако желающих пройти военку гораздо больше, чем способны пропустить вузы. Поэтому ежегодно в армию призывают свыше 60 тысяч дипломированных солдат. Пока новый механизм будут приводить в действие, военные кафедры продолжат работать в прежнем режиме. Параллельно чиновники Минобра и Минобороны займутся разработкой необходимой нормативно-правовой базы.